Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то мы немножко подкачали наших гарнизонных героев, и я решил начать проходить волны. Вот здесь HBM называются они, как видите. Вот, самая максимальная AH, она у нас еще не открыта. Есть вот ранги, по каждой волне есть ранг, кто быстрее прошел, тот и в топе. Вот так вот. У нас будет веселый состав, как видите, в основном с разбросом героя. Что по волнам? Когда вы проходите волну, вы можете ее пропускать, сейчас я вам это покажу, за нее вы получаете опыт и ресурсы. Самое основное, как бы, ценится это опыт. Поехали. Вот у нас есть, у меня нету расстановки, я не буду с расстановкой проходить, нету пока смысла заморачиваться. Вот волна А, вот А1 первая, как видите, выходят герои, ну и соответственно они уже дальше будут бить мои здания. Не знаю, сможем или не сможем мы это быстро все посмотреть. Возможно, они даже не убьют это здание, и мы просто проиграем по времени, такое тоже может быть. Возможно, и будет, потому что, как видите, здание прокачанное. Надо будет немножко поменять расстановку. Да, в общем, сейчас мы сольемся из-за того, что закончится время. Это называется, прошли волну, даже не вы, ничего не бив никого. Ну, если бы у меня был прокачанный гарнизон сейчас, то, в принципе, вот видите, нали нам дали. Окей, сейчас мы немножко подшаманим нашу расту. Вот можно расстановку здесь менять, редактировать. Вот у нас есть вторая, сейчас мы все хранилища, вот эти, которые мега имба прокачанные. Просто расставим сюда, вокруг наших героев. Вот так вот. Так, башенки. Можно вот так вот сделать, даже поставить. Вот, сохраним на втором. Все, сохранило. Даже сюда поставим, мы можем поставить сюда гарнизон. Так, вот теперь у нас башня будет нормальную зону покрывать, в принципе, и дамажить сможет нормально. Окей, поехали. Недавно появилась функция возможности ускорения, и это нам очень поможет. Вот, как видите, уже башня их будет сейчас дамажить. Вот, просто их выносит, тут одна башня выносит, потому что седьмой гарнизон. Хоть она и не прокачанная в топ. В дальнейшем, конечно, для прохождения они будут помогать, но можно все и без этого проходить. Вот четвертая. Тут просто чисто башня все затащит. Я думаю, не знаю до какой волны, но... Так, отлично. Вот что вы получаете. Значки почета рандомно. Получаете золото ману, получаете стабильное количество кристаллов героев и экспу рандомно. Поехали дальше, волна Б. Вот сейчас смотритель включился, дошли до героев, как видите, и включился уже смотритель. Ну, конечно, смотритель тут будет нам тоже очень сильно помогать. Ну вот, отлично, видите, одна башенка, в принципе, справляется. Можно еще будет попрокачивать, но я пока не заморачиваюсь над этим. Хватает одной. Вот они сразу бегут все к башне, потому что она их дамажит. Б4. Так, Б5 есть. Вот мы получили уже больше кристаллов героев, плюс 5. Ну, уже 45-е герои, как видите, посильней.
Сейчас они опять подойдут в зону обстрела башни. Вот так вот. Так, С1 прошли. С2 уже 49-е. Вот видите, они уже пожестче стали. Ну, у меня тоже герои не слабенькие. Так, С3 есть, С4. Потом вы, когда уже прошли волну, вы можете ее пропускать. То есть вам не нужно будет ее повторно проходить. Просто будете пропускать ее. Так, и С5. Вот тут уже дракон. Жесткий дракон. Ну вот так вот, смотритель просто вынес всех сразу. Поехали, Д. Д волна. Как видите, смотритель хороший урон наносит. Как только он активирован, сразу же героя выносит. Опять же, с ним будет попроще, наверное, проходить для новичков. Ну, конечно, для того, чтобы он был вкачанный, надо древнее пройти. В общем, очень много нюансов, поэтому новичкам, думаю, он не особо поможет, потому что он у них еще открыт не будет полностью. Так, D3. Дальше уже дальнейшее, возможно, надо будет какую-то расту ставить, хотя я, в принципе, до последней прошел без расстановки на китайке, поэтому можно над этим не париться особо. Тем более карт сейчас немерено дают. Так, D5 дракон, ну, как видите, просто налегке. Надо будет потом немножко кучно поставить их все, чтобы они все вместе были. Так, отлично. Ну, видите, уже посильнее герои. Уже 89-е идут. Видно по разрушениям зданий, что уже стали намного лучше бить. Так, ну это, конечно, долго он будет там бить ту. Бочка. Бочка тащит всех. Ну, без проблем. Ну, а тут они сейчас, смотрите, загрелись на бочку. Бочке вообще пофиг весь урон. Они и там урона практически даже не наносят. Плюс ангел отхиливает. Вот видите, уже 30 получили кагашек. Поехали дальше. Волна F. Уже 105-е. Это уже серьезно. Так, отлично. Ну, волна F2 и уже. Уже нормально у меня здание снесли. Так, ниндзик 113. Ну, вы, ребята, не помеха моим героям. Так, F4. Бочка вообще жесткая.
Бочки только отхил подавай, она их всех будет шатать. Так, ну и пятая F5. Есть. F5 мы затащили. Вот вы можете так пройти и вот свип это пропустить. Поехали, Джей волна. Уже 125-я. Тут уже будет поинтереснее, посильнее противники. Тридцать третья. Ну, как видите, тут герои с эволюцией уже идут. У меня просто обычные синие и зеленые, а тут уже элитные герои. Точнее, легендарные. Так, J4, 137. Ну, ребята, вы мне не помеха. Вот ледяной, конечно, замедляет очень круто. Так, есть. Волна H, поехали. Ну, уже практически 150-е. Вот уже они, конечно, урон немножко нормальный наносят. Чуть ледяху не слили. Так, H3 пройдено. H4, 157. Вот тут уже серьезная бригада идет. Ну, сейчас смотрите лих. Так вот просто отдамажил. Так, H5. А сейчас они на бочке. Бочки все пофиг. Посмотрите на эту бочку. Это просто жесть. Бочка все тащит. Ой, а вот это интересно, кстати. Посмотрите, там кто-то отхиливается так жестко. Всех затащила бочка. Против бочки нет приема. 45 кгшек. Волна. Ай. Вот тут уже шапка. Тут если шапка зарядится, то нам будет весело. Также можно увеличить опыт подземок, прокачивая некоторых питомцев. Они дают бонус к ресурсам, поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы из-за этого, наверное, сольем. Если не успеет. Да, скорее всего. Не попадет он в поле зрения. Ну вот видите, бывает и такое. Приходится, надо все здания ближе пододвинуть. Чтобы можно было делать обстрел башнями. Вот так вот слились. Так, ну давайте пододвинем. Так, окей, это тоже можно пододвинуть сюда, чтобы попадало в поле зрения башни. Волна Ай. Ну, сейчас шапка надамажит. Не повезло, нормально. Затащили. Опять бочка. Развлекается там со всеми. Видно, даже по ней мясует.
Ну, как видите, вообще бочки. Против бочки нет приема. Самое главное, чтобы нам времени хватило. Урона, в принципе, у бочки хватает. Юнитов разобрало. Так, ну тут толпа на толпу, конечно, они проиграют. Так, отлично. 50 кгшек и все рандомно. Ну и волна Джей. Дальше уже будем трешивать. Немножко еще подкачаем героя, как видите. Гарнизоном можно первых 10 волн свободно бегать. Ну, тут уже бог грома, 173. Ну, они ничего не могут. Тут смотрители очень много дамага наносят, как видите. J2. Это опасно уже. Просто налегке. 15-16 минут и 10 волн пройдено. А раньше, помню, это было очень долго без ускорялки. Видите, да, как замедляет. Очень круто замедляет он. Они просто ничего не могут сделать. Так, есть J4 зафармленная. Ну и последняя J5. Кто там у нас бежит? Ну, там бочка все решает. Как всегда. Вот так вот. J5, 55 кгшек. Вот так, дошли мы до волны К, с К по Т. Вот тут будет уже поинтереснее, посильнее герой. Все, пишите комменты, хотите ли вы этот состав дальше видеть. Состав веселый, интересный, и очень интересно, куда он дойдет. Дальше будет повеселее, конечно же, это первая волна. Тут особо ничего такого трешечка нет. Все, всем удачи, всем пока.